Сетка в Окей, гайс, какие-то мазки, как гейм портама. Антрабур мыс Голс, Млаван, Пайцет, Майн. Длар ли сини пакай лапу-лапу, гайс, я? Дан унтук саксес сендири, дия пакай Акай. Окей ла, ини уда моде турнамен офлайн, гайс, я. Эри кемарин си, офлайн juga, гайс. Цума кан, я, нгак кая гини, я, гайс, я. Ада камеранья juga, гиту. Окей ла, кита фокус ке арах геймплейня, чуй. Seven udah, nggak pakai Fanny lagi, dia pakai Fredrin ya. Soalnya Fanny-nya Seven udah juga lumayan oke guys. Также какой-то нерв получила у нас и Нана, но по-прежнему герой любим для многих команд, и Бурмис Гулс его себе забирают. Забрать самого крипа именно Кэрри, но при этом монетки все пособирал игрок команды Бурмис Гулс. Достаточно неприятное количество хитпоинтов потерял сейчас стрелок команды. Хорошо Сана отпрыгивает от каста Блинка и таким образом сохраняет фул здоровья. Да, Свитки также тут собирает себе игрок, но уже коллектив Twisted Minds, хотя, как я отмечал сам по своей игре, небольшое незначение имеет. Хотя на первых левелах быстрее получить четверку просто Иксберг точно будет способен. Очень Сакса майне спорт биаса, если как и два диангат есть. Боятся оппонента, никто не выходит на реку, никто не пытается забрать преимущество. Да, если мы видели игры какие-то в групповой стадии, когда счет был 1-1, когда команды начинают играть очень осторожно, это уже стадия плей-офф. Здесь это осторожно начинается с самых первых секунд. Legends Creator. Окей лах, Тартел Портама, бой. Да, и по составам еще, если вот Twisted Minds вообще практически full late состав, то справа у Вурмизов чуть-чуть более надежный на старт. Но у Вурмизов тоже не сказать, что прям супер старт. О, хорошо попадает сейчас Куфин. Да, казалось бы, только старт игры, не так много урона у Наварии, но его уже ощущают, начинают атаковать Черепаху. Нико. Сакса его отводит чуть поближе все-таки к своей базе, но сейчас далеко Черепаху не отведешь. Астральное эхо у нас от Наварии пробрасывается трех противников. Фидят сейчас игроки команды Twisted Minds. И следствие Черепаха отводится. Да, Рома получает четвертый уровень. И сейчас должна быть атака уже более эффективная. Нападает Майк Сама на Длара. Отстукивает его, на Черепахе будет сложнее немножко. Окей, Сакса им дапат гаси. Черепаху, ульта вот такая пошла. Пристягивает Мара. Можно забирать Мару. Мара отпрыгивает от Длара, который сыграл через них. Файт продолжается. И попадает на Авария как завершающий аккорд. Да, игроки команды Бурмис Гулс. Опять же, мы здесь без киллов, но в любом случае они появятся, не было на моей памяти. Если вы помните М4 дулу, Симбару с Seven Oda, ngeri banget, guys. Зал успеет покричать, но, видимо, этого момента придется еще немного подождать. Да, это уже Лар, guys. Сама майня, как Сакса, guys. Кахиня диангат, я. Мода Бангсин. Игрок, который поиграл и на Филиппинах, он вторые места на чемпионате Филиппин занимал. И также еще и в Индонезии поиграл и тоже занимал второе места участник двух чемпионатов. Бандилар, уда ngamanin Furihammer juga ya. Мы можем обратить внимание на линию золота, и Гэри имеет 1900 на своем счету, в отличие от Клауда, который имеет уже 2500. Разница вполне себе серьезная. Да, серьезно, попадает Блинк, а вот это хорошо, ульта пошла, ульта от Нары, продолжение. Маруня, гайс. Мара падает. Все-таки падает игрок коллектива Twisted Minds. Первый килл себя зарабатывает Ника. Также урон от Наны уже ощущается. Но мне вот убедительно именно выглядит разница в фарме голдовиков. Где там смог столько Клауд набрать? Столько монеток нафармил? Ой-ой-ой, блин, врывается. Ну и на этот раз да, а тем временем, кстати, Длар переигрывает Иксберга на топе. И может гораздо быстрее подключиться к действиям на центральной линии. Сакса притягивает. Мара сейчас впечатывает стенку. Файт продолжается. Ладух Мароня, гайс. Еще раз 0-2-0 у этого игрока. И Бурмиза расходится по линиям. Ну, здорово, здесь потянулся и Клауд в этот файт. Еще большее преимущество у него будет. Да, не сделал он там килл, но получил ассист. Там врыв был от Гвиневры. Камеру перевели. Но на варе все-таки успела. В этом моменте отступить. Есть шанс сбить Фирагу. Сам сбивает Фирагу. Игрок коллектива Twisted Minds, но при этом у него очень мало здоровья. Что у него там по флику? 5 секунд. Пошел бы и дальше, хотя этого могло бы чревато некоторыми последствиями. Twisted Minds, в свою очередь, выходит уже в Черепаху. Да, немножко не успевает. Да, будут отпускать.
Да, отпускает, и Фредрин спокойно забирает себе этот объект. Удается, тапи хотя бы якон сих, гайз, карна ди Бурмисгулс ада нана си, ни харусен биса мнанг, чуй. Харусня. Валаги, кало делар моду оффлайн ма, ngeri, гайз. Руби, которая неплохо работает против Гвиневры, дала вторую способность, Гвиневра не сделала подброс. Но как же много работы выполняет стрелок команды Twisted Minds на бот-лейне. Он практически полностью запушил всю башню и чувствует себя просто великолепно. Да, прострел от Наварии, но это как минимум попадание, плюс это вижен, то есть ты будешь знать, что Гвиневра где-то рядом, да и Гвиневре придется своей позиции немного сместить, так что это очень важное попадание, фактически 8-й левел уже у Клауда, да, так оно и есть, чуть не поспевает за Клаудом, по-прежнему Кэрри. Доллар, ласун были Thunderstrike Мару, ладух тунбангасе. И поддержка от Саксы здесь заканчивается очередным киллом коллектива Бурмисгулс. Да, цена информации очень высока, Мара готов жертвовать собой для того, чтобы узнать, где находятся противники. Стоит ли это делать? Большой-большой вопрос. Бурмизы увеличивают преимущество до 1500. На топе у нас происходит какой-то замес. 1-1 Длар против Майка Самы. Кто будет сильнее? Переворачивает у нас на ботлейн. Да, и здесь по табору неплохо пытается Клауд отыграть. Конечно, есть Декстер, на которого можно всегда отступить. Пытались играть здесь по Т1 табору на боте, но, видимо, забор этой вышки произойдет чуть позже. Ну и Лапу как же здорово отыгрывает. Он уже за Т1 табором просто разбирает крипов и, в принципе, может сейчас тянуться уже на черепаху и подходить в ту зону. Хотя даже и по вышке можно лучше на топе доиграть. Конечно, лучше вышку добрать и потом уже действовать наверняка. Да, но Длар почти, кстати, забрал. Для дари тарамайня си, Бурмисгулс лебих барбар, гэс, я. Тара пегань хэнпоння, я. Клиатан, гэс. Але Твистед Майн лебих нянтай, гэту. Ятла, доллар гэ бисан сантай, гэс. Мне кажется, Бурмизы ведут игру, но по факту разница невелика. Да, еще и на стрелке у Twisted Minds больше количество денег сосредоточено. Блинк подкидывает сейчас одного игрока, ему сбивает Руби. Все эти прокаты втроем стоят только на дрогу. Фредерина почти несколько поймет. На, Сафен Ода Тумбан, бро. Мару. Унтунг, Масу Биса Фликер. Сбить с Иксборга Феррагон, но не получается. Кстати, отмечал трактор, что ему не очень нравилось. Гвиневра вместе там вышечку забирает на склад на боте. Гвиневра вместе с Акаем, но вот сейчас была реализация интересная. Заканчивается контроль. Продолжение контроля атакая и, в принципе, есть Тартал Трагер уже почти диаманкан Сакса, чуй. Очень агрессивно играет, подкидывание от Гвиневра, должны сбивать Фирагу, да, все, Иксборг будет некоторое время без ульты. Фирага арморня подтяя, гаси. Тем временем и на топ-лейне пытаются поймать Кэрри, но Кэрри не хочет умирать сегодня. Да, тоже наблюдал за тем моментом, надеялись, что Кэрри выйдет чуть подальше, там была готова Нана со своей Молиной, готова была ее вбрасывать в эту Кэрри, но Кэрри в какой-то момент развернулся, поняв, что на карте видно далеко не всех. Кафин, но Сакса вообще этого урона не чувствует от Наварии сейчас. Да, забирает позиционку Бурмизы себе, уже более нагло заходит на чужое пространство и пытается зайти на синего. Шикар. Ну, здесь пытается даже ультимейтом этот забрать. Ну, дома себя опыты. Наны, как же здорово здесь отыгрывает Нана. Акай пытается из-под вышки выкинуть Мара, выбрасывает его. Доллар. Сану. Второй способностью. Доллар. Мара в этом моменте вслед из-за Сана. Ига. Ига тумбан, логис. Тавр в мидлейне, очень важный тавр. Сейчас теряют игроки команды. Представляющий регион Лена, ну и дулу, guys, ya. Udah lama banget, guys, gak lihat Dlar taunting, guys. Anjas. Terima kasih lo Rusia, ya. По чужую Т2 башню и после этого получает огромное количество попаданий, но выталкивает игроков ровно так, чтобы сделать еще один килл. Стич атакует верхнюю башню. Да, и здесь есть поддержка от Блинка рядом, поэтому если сейчас Навария будет подходить, да, есть какой-то прострел, но если чуть ближе эта Навария подойдет, возможно, прыжок от Блинка ногой. Его здесь еще и провокация от Фредрина идет. Стоит отступить, наверное, игрокам команды Twisted Minds, потому что рядом уже Нана с своим огромным уроном тоже здесь. Но вышечку Клаус все-таки забрать сумел. 5000 преимущества на стороне коллектива из Мьянмы. Аккуратненько, блин, контролирует ситуацию. Уже от двух кастов Наварии уворачивается. И таким образом постоянно находится при пул ХП, что очень сильно поможет ему в тимфайтах. Под Лару пытаются сыграть игроки команды Twisted Minds. Использует инвиз. Выходит, знает, что Сакса находится на красном бафе и забирает сода, да? Модал чуть-чуть, а это бисе дапать, гэс, я? Да. Сода забрал. Ну, красный баб есть назад, но это вполне вероятно. Лорд Янг Протама, бро. Обратите внимание на карту, появляется лорд, и вероятнее всего большая часть игроков будет сосредоточена именно на этом объекте. В ближайшее время есть туда смещение от Бурмисгулса, благодаря астральному эхо. Как раз таки его сейчас, благодаря этому астральному эхо, Навария и попадает. Но и игроки команды Twisted Minds видят, куда движется
коллектив Burmese Ghouls. Акай стартует лорда, а вот это вот уже похоже лорд на развитие там событий. Но Кэрри Блинк прыгивает, подкидывает Мару в очередной раз. Роум команды Twisted Minds. Все очень плохо для Twisted Minds. Забирает Бурмизы себе лорда и будут атаковать. Кэрри тем временем попыталась снести Т2, но понимает, что слишком быстро Бурмизы выполняет свои задачи, и поэтому лучше бы отойти пораньше. Ой, что я вижу просто? У нас игра длится 10 минут 25 секунд, 9000 пармы. Мару. Это очень много. У него помимо его важнейших слотов, косы коррозии, меча охотника на демонов, золотого посоха, уже есть и злобный рык. Очень сложно сейчас будет что-то противопоставить этому Клауду. Ну и, как мне кажется, лучший контроль все-таки Гвиневры, это не Руби, лучший контроль, не Кэрри, Гвиневры, это бан. Вот самый лучший контроль Гвиневры. Лучше ее оставлять там, потому что сейчас она делает очень много полезных действий. Да, но Руби пока что себя не очень хорошо проявляет, а точнее, совсем не так, как хотела бы ее команда. Смотрим на запад. Кстати, у Кэрри была лучшая ситуация по голде, но Клауд... Лапан бандинг ноль, гайз. Сравняться оснащительно. Такого не было. Такого не было. По-моему, там всегда Клауд имел преимущество. Ну, kalau bisa tahan sampai menit 15 sih, gue akuin mantap lah quest mainnya. Стич уже готов атаковать, пытается сохранить стаки. Как ты думаешь? Можно с таким преимуществом сейчас закончить? А, нет, я думаю, нет, но очень-очень все грустно для Twisted Minds. Блинк пытается найти хотя бы какие-то киллы, возможности. Не торопятся игроки из Бурмиса, они готовы абсолютно точно сейчас сделать то, что им нужно. Блинк прыгивает, не получается, отходит обратно. Да, забирают Т2 Tower. Я думаю, самое время болельщикам команды Twisted Minds поддержать свой коллектив. Они готовятся к защите своей базы, поэтому если вы пришли поболеть за коллектив из региона Мена, стоит, наверное, открывать свои рты и начинать кричать очень-очень громко. Ну что ж, прошли Нико получает очень много урона, хотя вижу, там пассивка, поэтому Ника в любом бы случае здесь не погибал. Пока что одно из самых больших преимуществ, которые мы видели на этом чемпионате. Да, и, кстати, по поводу пассивной способности Наны, коль я начал, отмечали, что также есть нерв, да, 30%. Было, ускорение было 70% после того, как она умирала и убегала вот в этой неуязвимости своей, стало 30%. То есть сохраняется неуязвимость, сохраняется вторая жизнь, но ты гораздо на меньшее расстояние убежать можешь просто. Да, зачастую было такое, что ты играешь на Нане, тебя убивают и убивают повторно, сейчас это будет делать, получается, еще чаще. Чаще, да, чаще будут. Ну, можно аккуратненько отыгрывать и просить просто свою команду помочь в такие моменты. Так что, главное, что вторая жизнь-то сохраняется. Все остальное — это уже лирика. Дамаг сохраняется также. Да, но никакого Т3 Tower не смогли Burmese Ghouls забрать с первым лордом. Пока, да. Есть у них, конечно, преимущество 7500. Буквально через полминуты появится у нас еще один объект. Как же Стич здесь отыгрывает агрессивно по Эйксбургу. Желание было сбить Фирагу, и ему это удается. Я впечатлен игрой Блинка. Он очень аккуратно отыгрывает со своей стороны. Дает огромное количество информации. И при всем при этом совершенно не подставляется. Да, очень грамотная Гвиневра у коллектива Burmese Ghouls, как минимум в этой встрече. А, ты на сын, уже демонкан улей Мару, я? Порос инсайд, уже демонкан улей Сану. Той же Наны или Гвиневры питать, но я думаю, этого недостаточно, чтобы переломить исход всей битвы. Длар купил себе сапоги на Роу, между прочим, только что. Но, видимо, тот Роу настакался полностью, там 1500 зарядов имеется в нем, и, возможно, купили второй Роу в надежде, что смогут его... Лорд Янг 2 масиби аманкан оле Burmese Ghouls. Мы видим, да, этимизация сейчас, и, ну да, практически у него все, еще и на физзащиту много. Не покупает себе господство льда, а именно покупает физический антихил, и это правильное решение. Ну что ж, лорд двигается по нижней линии от коллектива Burmese Ghouls. Это лорд, который будет уже выдавать свою способность, атаковать по вышке. Есть большие шансы, что именно с этим лордом сломятся вот эти защитные преграды коллектива Twisted Minds. Ну, 10 тысяч отыгрывали многие команды, поэтому возможности есть. Верим. Инструменты возврата есть у игроков Twisted Minds, у них есть Руби. Заходить Бурмизом нужно будет очень аккуратно. Мы здесь за зрелищными играми, лорд, и именно лорд, рыба, 10 тысяч нам бы сейчас и пригодится. Атас Бауа. Раскасовывает свою способность, также пошло и астральное эхо, есть попадание по Стичу, уже Стич же, в свою очередь, пытается... Лорд Бауа не тумбан, бро. Не успел забрать эту каретку, добивает ее, нет, он так свою первую способность, все на самом деле намного-намного проще, Т3 Tower.
Eh, dapat dua guys. Wala, Seven udah tumbang stage. Double kill bro, itu Marut tipis banget. Вот эти вот все бессмертия, вот это вот перефарм в золоте сейчас очень многое решил. Да, и Нана настолько агрессивно сыграла, она флиханулась вперед под Лару. Может, аду, Банг Доллар. Банг Доллар арест тумбан, гас, я. В этой встрече сохраняют они две вышки, что очень даже неплохо. Да, блин, опять же врывает. Это, да, пацату, Сакса. Саксу здесь подтягивают, можно попытаться забрать Акая. И прострел. Сакса не тумбан был. Для Наварии есть еще один килл, но тем временем Стич отыгрывает по топу, забирая еще один Т3 Тавр. В принципе, можно считать успешной эту атаку. Фактически остаются те же 10 тысяч, при этом у коллектива Twisted Minds пали две башни Т3. Но они пока что еще на плаву. Акай пожертвовал собой по-геройски ради того, чтобы его команда сделала макро-мув. Минус Тавр на топе позволит теперь гораздо проще запушивать любые линии и сильно-сильно мешать Twisted Minds, если они захотят выйти куда-то за пределы базы. Кстати, что они и делают. Очень молодцы. Действительно, игроки очень молодцы. Странная, конечно, фраза, но Twisted Minds не закрываются в своей базе. Появился шанс, какое-то численное преимущество. Выбили какие-то бессмертия. Попытались сразу это использовать. Забрали третий тавр для своей команды. То есть какие-то фраги, какие-то вышки, надежда. Holy Crystal, на продолжение этой встречи сохраняется. Нам показывают в очередной раз оптимизацию. Мы видим, что у коллектива Бурмисгулс уже два игрока добираются до 10 тысяч. Нано там совсем скоро окажется. У Twisted Minds еще 1000 нужна и кэрри, и наварии, чтобы там оказаться. Да, показывает там оптимизацию. Полностью маг проникновения со стороны Наны и плюс еще Малина, которая уменьшает сопротивление соперникам. И сейчас вот первой линии соперника абсолютно не позавидуешь. Просто тонна урона будет по любой цели, которая окажется в зоне досягаемости. И здесь Twisted Minds, с одной стороны, могут очень жестко сыграть через руби, а с другой стороны, контр-инициацию у Бурмиза на каком-то уровне может быть. Я у Маси левел 2. Гвинеро вторым второй способностью своей, это, в принципе, призыв к действию. Можно в этом случае пытаться идти, наверное, самим игрокам Twisted Minds играть на какой-то инициации, потому что в ближайшее время подброса от Гвиневры не будет. Но посмотрите, Twisted Minds не закрывают свои бани. Марубли Морта. Вейдит этого лорда каким-то образом. Ну, пускай пассивно очень, но у них есть вижен. Бисадяди лорд понанту, здесь бисадяди лорд. В любом случае, он может дать смайт, то что происходит? Почему-то очень мало здесь игроков команды Бурмисгулс, но по итогу они сюда подходят, Понесил, понимают, это игроки команды Twisted Minds, okay, поэтому да, отступают, это, наверное, отсюда Бурмисгулс забирает лорда. Да, забирает спокойно, абсолютно интересный такой тактический мув с использованием инвиза в ту сторону, где с большой вероятностью будет находиться соперник, либо контратаковать оттуда. Петь, в свою очередь, зашел в игру Mobile Legends, хочет изучить какие-то вопросы интересные, дополнительные, возможно, какую-то нам информацию предоставит. Я часто к Пете обращаюсь за советами, потому что он как будто бы ночью не тиктоки всякие смотрит, да, с бесплатными трафиками, а именно изучает дополнительные новые факты из игры Mobile Legends. Ну что, 40-я секунда, а значит, лорд будет покидать базу. Лорд не от верхней линии. И буквально один Т3 Тавр сохраняется у коллектива Twisted Minds. Да, по Таврам все очень хорошо. Но я перепроверил, какая ситуация сейчас по Нане. И 25%, между прочим, по циферкам-то, снижает Малина Макдефа. То есть там колоссальное количество дамага может проходить по персонажам и с магическим армором, и особенно без него. А когда у тебя есть божественный меч, когда у тебя есть еще какое-то проникновение, от... об этом ой, чуть ой, позже, ой, потому что иммор... уже теряет Иксборг, не успевает, а нужно потом не... взорваться. Чего, не надо было, не надо было. Нет, не надо было. Ты говоришь, что зачем? Никого нет, помочь что нельзя. Сакса на контр-инициации. Севен уда. Успевает ультануть в Родрине. Что-то класс баланс, чего здесь. По Клауду проходит, но Клауд выживает. Самое главное, листи команды Twisted Minds погибает. Неплохая защита, казалось бы, но Майк сама. Буквально на последних хитпоинтах остаются игроки Twisted Minds. Промахивается Блинка, очень хорошо, сама отпрыгивает в сторону. Ласом пуска, гэс. Но атака продолжается. Лималан патло. Майк самый мортал пацан. Сразу спираки может утонуть, попытаться кому-то, нужно взорваться самому, чтобы нанести куда больше урона. Макс сама скарт банк. Опасность в этом моменте. Очень долго хилится Иксборг. Два раза дольше хилится, чем другие персонажи. Из-за того, что у него хитпоинтов не так много. Вала, Мароня тумбанг, бро. Банг доллар. Доллар. Барбар банget, guys. Банг доллар, guys. Иммортал пеца dan GG, guys, ya. Mantap, guys. XA Force bisa membantai-bantai gini, guys. Oke lah. Kita lanjut ke game yang kedua, guys. Ya, karena ini best of 3 series, guys. Mantap, guys, ya. Bye-bye.